по санкциям Запада к России. Вы знаете, история развивается по спирали, и где-то на новом витке спирали все это повторяется. Такое уже было в середине 19-го, когда нам запрещали иметь Черноморский флот, и Крым был феодальным приростком Италии, да, и на что тогда Горчаков сказал нашему царю: не переживайте, скоро сами придут и сами на коленях будут просить, чтобы мы эти санкции разрешили отменить. Ну да, 14 лет это было, но потом они так действительно приползли все на коленях, все эти страны, которые ввели санкции. Россия, ну, действительно созданная для чего-то великого, именно духовного. Ну, люди, страны, по-моему, сами себе яму роют вот этими санкциями. Для чего, непонятно. Но я говорю, все это вернется на круги своя, и еще все они жалеть будут об этом 100%.